Территория машин. Всем привет! С вами «Территория машин». Программа об автомобилях, событиях и людях. Меня зовут Максим Колесников. Поговорим сегодня про ГЛОНАСС и машину без руля. Система ГЛОНАСС научится глушить двигатели автомобилей прямо на ходу. Разработчики отечественной навигационной системы и полиция намерены подобным образом бороться с бандитами и нарушителями. Мало того, с помощью спутниковой системы полицейские смогут отслеживать нарушения ПДД, получать данные об авариях и многое другое. На резонный вопрос, как реагировать на внезапно остановившийся на скорости автомобиль, ответа не последовало. Видимо, преследуемый негодяй, видя, что машина глохнет, должен сам съехать в безопасное место. Идея отказаться от руля, как от органа управления автомобилем, зреет давно. В Японии, Европе и США спят и видят, как бы придумать ему замену. Началось все просто, с джойстика. Если кто помнит, то в фильме «Вспомнить все» герой Арнольда Шварценеггера управлял угнанным такси именно при помощи этого устройства. Но если раньше это было трудновыполнимо, то теперь все стало куда проще. Еще совсем недавно между рулем и колесами была жесткая механическая связь. Однако уже сегодня, даже на нашем рынке, можно купить машину, где эта связь электронная. Появление такой технологии сильно раззадорило инженеров-фантазеров. И теперь мало какой концепт обходится без очередного рулезаменителя. Но даже джойстик уже не актуален. Одна японская инжиниринговая компания на полном серьезе рассчитывает на то, что автомобиль сможет управляться сенсорной панелью. Выглядит это очень просто. Перед водителем только щиток приборов, основное место на котором занимает монитор передней камеры. На нем отображается угол поворота колес и оптимальная траектория. Сейчас это тоже есть, но в камерах заднего вида. Руля нет. Вместо него под правой рукой водителя расположена панель, с помощью которой все и происходит. Проводя по ней пальцем, человек дает команду рулевому управлению на изменение направления. Скорость поворота и угол регулируются силой и скоростью, скажем так, смахивания по панели. Это была «Территория машин». Не забывайте пристегиваться. «Территория машин».